В Башкортостане предприятиям поставили задачу обезопасить себя от беспилотников. Для этого необходимо наладить производство противодронных ружей и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил Андрей Назаров в ходе отчета правительства перед Государственным собранием. Премьер-министр начал свое выступление с экономического потенциала республики. На сегодня уже превышены планы, установленные сентябрьским указом главы региона. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году достиг 620 миллиардов рублей. За 5 лет эта цифра выросла более чем вдвое. Реализуется более 2000 инвестиционных проектов, в том числе с компаниями из дружественных стран. Андрей Назаров выразил уверенность, что Башкортостан войдет в тройку регионов-лидеров рейтинга состояния инвестиционного климата. В целом, в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата занимаем 4-е место. Хочу отметить, что за 5-летку мы поднялись на 12 позиций при самой сильной конкуренции среди субъектов России. Ну и обязательно планируем закрепиться в 1-й тройке регионов-лидеров. Выполним задачу, поставленную президентом России, в части роста на 70% инвестиций в ключевых отраслях экономики. Доведем их ежегодный объем в республике минимум до 1 триллиона рублей. Напомню, что сейчас у нас 620 миллиардов. Отдельное внимание в своем отчете премьер-министр уделил социальному блоку. Кроме того, у республики есть потенциал сохранить лидерство в стране по темпам жилищного и дорожного строительства.